Как многие смогли догадаться, мы сейчас будем крысить. Ну, а что делать? Надо же как-то выживать. Но мне надо всего лошадку. Лучше две. Лучше несколько. Погнали. Ну, надо же как-то выживать, правильно? Я же намерен играть без аукциона. Так, насколько я помню, здесь часто файт есть. Неужели я не найду ничего? Я надеюсь, у меня получится хотя бы одну лошадку. Одну найду и больше пока не буду. Да ладно, неужели здесь боев нет? Я на старом персонаже играл. Тут постоянно что-то происходило. Неужели сейчас без ничего? Офигеть. Офигеть. Ладно, если что, пойдем в другую локацию. Хотя не, почему крысятничество? Это уборщик. Мы уборщики мусора. Если так подумать. Мы же убираемся. Да? Забираем весь хлам, который остался и который людям не нужен. Офигеть, ни одного трупика. Ни одного. Ладно, идем в другую локу. Посмотрим, что там можно найти. Ой, как же он долго бегает. А что это такое? Вы можете пройти только через... А, угу, понятно. Сколько сил? 6 минут, 7 минут. Так, что у нас здесь есть? Пожалуйста, дайте мне вот сразу вот лошадь, и я пошел. Я пошел дальше собирать ресурсы. Так, под путями Авалона обычно еще есть. И, насколько я помню, на этой тропинке тоже всегда что-то было. Так, здесь кого-то бьют. Идем дальше. Ай, нуб. Кто-то там писал. Так, нас интересует лошадь. Хоть какая-нибудь. Хоть какая. Ну, третья, конечно, я пока только третью могу надеть. Но все же... Двое на одно. А, это трое дерутся. Ну, лучнику хана. Беги, беги, беги. Забудьте про этот лут, пожалуйста. Там дальше деритесь. А я попробую залутать. Есть варик. Нет варика. Угу. Ладно, побежим пока дальше. Я думал, он забудет. Убежал. Ой. Ну, вряд ли он, скорее всего, все забрал. Так, и труп где-то тут будет, да? Так.
31 секунда. Надо зайти в Авалон на 30 секунд, чтоб меня не убили. Ой, еще ачивка. А что тут у меня? Параметры. 26 тысяч славы. 17999 за мобов. Собирательство 3200. Крафтинг 4800. О, кстати, если чуть-чуть дольше подождать, на мне будет щиток. Сейчас, значит, бонус. Вот, надо вот этот вот 30 секунд еще подождать, у меня будет бонус, и у меня будет больше шансов залутать. Это все исключительно ради коника. Девять, восемь, семь. Как же неудобно с телефоном. Давай, давай. А, пропало. Можно идти. Можно идти, и два тела будет свободно. Будет открыто. Залутал. Вот паршивец. И тут залутал, что ли? Ну за что? Неужели он меня убьет? Да ладно. Где все вот эти вот бои? Почему так? Почему? Давайте другое место посмотрим. Здесь тоже что-то было. Наверное. Хотя нет, нет, здесь я уже не знаю. Будем смотреть. Как думаете, удастся мне найти коня или нет? О, здесь уже что-то интересное должно быть. Здесь уже должно быть что-то интересное. Надо бежать по тропинке. По тропинке больше, больше шансов что-нибудь найти. Хотя мне вообще что-то мало верится. Надо, наверное, вечером. Возможно, надо вечером. Да ладно, неужели никого нету? Вообще никого. Ну, что за напасть такая? Хорошо, давайте еще здесь пробежимся. Кто-нибудь. Лошади же не выпадают. Всяких сольников, с мобов, не, ни разу не видел, только детеныши. Жалко, если бы еще питомцы выпадали, то вообще можно было не париться и не заниматься всей этой дичью. Но, хотя тогда не было бы так интересно, и тогда личный остров был бы совсем не нужен. Фермерство было бы бесполезным. Так, здесь еще посмотрим.
Так, надо бежать к путям Авалона. Куда ты, тропинка, меня приведешь? Там есть сундук. Сколько до него? 17 минут. Поздно. Долго. Так, ну, судя по всему... Что-то. Судя по всему, придется заходить позже. Жалко, конечно, жалко. По вечерам самые файты. Гангеры с школы придут, с учебы, с работы. И тогда можно будет чем-нибудь обживиться. Я на старом персонаже так бегал по приколу. И нашел оленя 4 уровня, 80к и... Повезло. А в одном трупе нашел 200к. Что тоже меня тогда очень обрадовало. Но это правда было не здесь, это было в Красных Землях. Просто решил посмотреть трупик, а он весь целый. Интересно, а мной кто-нибудь заинтересуется? Я вот тоже просто бегаю. Вообще ничего нету. Вообще ничего. Обалдеть. Ни одного трупика. Да, придется вечером. Надо будет вечером запись сделать. Вообще этот формат очень похож, как делал КДА. 14 минут защищено. Только он делал уже на прокачанном персонаже, и любая шмотка, которую он находил, он мог ее использовать. А тут шмотку найти, надо до нее еще прокачаться. Ну, давайте обратно по тропиночке пройдемся. А вдруг? Ладно, добегаю до города. И попробую еще вечером посмотреть, что да как. Можно попробовать еще после рестарта сервера пробежаться. Ну ладно. Вот за что я не любил Форт Стерлинг. За то, что в Черные Земли вообще страшно выйти было. На каждом углу тебя ждал какой-нибудь гангер в кустах. А сейчас никого. Просто никого. Ничего, я раздобуду. Я просто так не сдамся.
Ни одного трупа не нашлось. Интересно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я пойду кушать. И после старта сервера попробую пройтись еще. У меня это займет 1,5 часа. А у вас, как всегда, пару секунд. Все. У меня прошло 30 минут. У вас пару секунд. Идем на охоту дальше. Надо посмотреть. Вдруг все-таки фортуна мне улыбнется. Кстати, пока ходил по делам своим, включил Twitch. Мне выпал очень кайфовый скинчик на пирата. Нету ничего. Вот, ну, я вам пока не покажу. Пока не надо без скина, чтобы было не подозрительно. Уже когда найдем лошадку, то я вам покажу. Ух ты, что это такое? Все, вот, о чем я и говорил. Сейчас тут очень много всяких тел. И есть шансик что-нибудь найти. Ну, не лагай. А, жалко. Надо обратно спрятаться. Надо опять колпак этот взять. Ну, не колпак, а вот эту вот фигню, как это правильно называется. Щит, невидимку. Но скином я очень доволен. Ух ты, нифига себе, сколько их здесь. Что-то мне подсказывает, что я даже если найду лошадь, то я ее не донесу. Надо вот на ту черепушку сходить. И там еще ёшки, корёжики. Ежики-корежики. Ну, крыса. Крысятничество дело такое. Молодое. Зеленое. Вот бы выпала лошадка, пожалуйста. Хоть вся избитая. Ну, хоть какую. 37 секунд еще. И там. Окей. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Параметры. Авось повезет. Хотя бы там убитую какую-нибудь. Прям вообще. Даже надеть нельзя было. Как-нибудь аккуратненько донести. Ну, мне нужна лошадь. Что я могу сделать? Ага, его всего обрубили. Жаль.
Жалко. А вот тут что-то творится. Рискованно, но что поделать. Ух, там же целый блок. Смущая. Я не знаю, как. Если я даже найду, то как вынести. Нет, здесь было тело, а вон дерутся. Дерутся. Пока они там дерутся, есть варик, что этот труп не тронули. Давай, 20 секунд. Ай-я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 й. Я надеюсь, со мной не придут. 5, 4, 2, 1. Дайте лошадь. А нет, облутали. Жалко. Так, надо пока отойти. Там сундук. Скоро там будет месиво. Вот бы он оставил лошадку, пожалуйста. Ну, надо лампочки, мне нужна. Мне очень нужно. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Нету. 10, 9, 7, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Пуск. Плохо. Очень плохо. Так, и тут вроде как еще одно тело должно быть. Или нет? Надо немножко в сторонке постоять. Пусть они там подерутся. Побивают друг дружку. Потом пойдем смотреть. Возможно, меня сейчас заберут. А нет. Канала. Посмотрели, что я совсем зеленый. Ну, а этот не отпустит. Да. Ну ладно. Надо еще раз попробовать сюда зайти. Потом пойдем еще в другое место посмотрим. Да ладно, Файер живой.
Так, меч. Вот оно, мое тело. Так, они же сюда прибежали. Надо бежать туда, где был сундук. Может повезет. Все забрали. А где здесь килы были? Пустой. Где-то здесь. Нет, пошел. А, значит, пустой. Всего-то ниточки. А выпадали. А, нет, вот что-то есть. Жаль. Очень жаль. Надо как-то аккуратненько по краешку, чтобы, если что, щит меня немножко спас. Дайте мне лошадку. Ой-ой, это за мной. А что ж тебе? Добавим. Донт уже. Ок. Все. Не знаю, так, не так. С английским я не сидел. Ладно, я пока побегаю так, потом покажу, что получилось. Да, мне удалось добыть ослика.
У меня теперь есть ослик. Есть. Теперь мое передвижение станет более комфортным. О, да. За ноль. За ноль копеек. Ноль серебра ремонт стоит у мула. Обалдеть. Есть. Так, надо еще сходить в то место. Быть может, мне еще что-то повезет. Все, идем дальше. Больше мне ничего найти не удалось, но у меня появился теперь ослик. Вот, видите, пусто. Золото и серебро как было, так и остались. Вот, это отлично, это очень хороший знак. Вот. И вот такой мне выпал скинчик. Сейчас, пирата. Где? Вот он. Применить. И у меня еще были сапоги. Вот эти вот. Вообще, смотрите, какая красота, да. Давайте ногу, голову уберем. Все. И вот, смотрите, какой пират. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Вообще. 2224. А, это мое золото. Шикарно, вообще. Я тащу. Все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!